Хаюшки, ребятушки, с вами я, Безумный Макс, и сегодня у меня для вас такая игра, как Call of Duty 4 Modern Warfare. Начинаем. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. И, кстати, я здесь не особо буду много разговаривать, чтобы дать вам послушать вот эти все диалоги. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен... Отлично! Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Ты возьми из арсенала пистолет. И да, если я буду на видео внезапно ложиться, я просто очень сильно привык к Майнкрафту и ложусь на КТРЛ. Пистолет, чем перезарядить винтовку. Да, знаю. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Конечно. Что ты не смотришь? Шоу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу. И тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Да ясно, давай. Как только будешь готов, хватай веревку. Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию, пошел! Огонь по мишеням! На шестую, пошел! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Ладно, Соул, достаточно. Ты прошел испытание. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Не хочу. Когда нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 02:00. Вольно. Начинаем. База, говорит, Соло 24, виден цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 24. Дистанция 3 метра. Огонь по усмотрению. Вас понял.
Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. Удивили. Ну что ж такие внезапные? У нас гости. Повод 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Все, красавец. Б-6, умолк скачать с топлива. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, Молот. Окров, Гриффин, прикройте 6-го. Остальные за мной. Вас понял. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Давай. Проверить углы! Пошли! Проверить углы! Слева все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. На лестнице чисто. Движение справа. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Слева все чисто. Идем дальше. Какие звуки запутаны. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне. Бегу. Идем дальше. Так. Газ справа! Выполняю. Быть на чеку. Хорошо. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли! Движение справа. Какие там красавчики засели. Идем дальше. Ну где это? По фронту все чисто. Пошли. Справа все чисто. Быть на чеку. Дай моего сигнала. Первый готов. Второй готов. Спасибо, Кэп. Ладно. Так, где вы все? Очень сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит Б-6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6. Вам предлагается 2 летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро иду. Забыл.
Давай. Застрём. Я не допрыгну. Помоги! Помоги! Фу, красава. Вас понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Вот.
ты какой-то красавчик. Стоп. Ну что, на расстрел идем? Чувак обделался сейчас. А, вот так все и начинается. Чувак, давай не будем. Давай все забудем. Пожалуйста. Ну ладно. Короче, мы посмотрели эту сцену. С вами был Безумный Макс. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!